Невероятно. Мы тут не первые. Черт. Видимо, Целус на это среагировал. Как ты мог настолько ошибиться? Посмотри вокруг. Мы что, за этим сюда пришли? За парой бочек и ящиков? Я ошибся. Нужно было все проверить. Исключить случайности. Но я был так уверен. Знаю, как для тебя это важно. Мне так жаль. Надо смотреть вперед. И в первую очередь надо выбраться из этого места. Что это? Почва просела. После толчков. Похоже на вещи археологов. Кто-то изучал эти руины. Может, включим лампы? Солдаты нас смогут найти. Он все еще работает? О, да. Нужна солярка. Поищем тут. Где ты, Ник? Надеюсь, ты цел. Что? Не расслышал. Так, ничего. Взгляни на это. Эрик, посмотри-ка. Откуда здесь пулемет? Он времен Второй мировой. Тогда здесь и были археологи. Что здесь случилось? Мы его запустим. Эрик, помоги мне с канистрами. Ну, хоть с этим повезло. Как твоя нога? Что? А, ты о протезе. Ногу я потерял на трассе. Хватит. Мне еще стыдно. Я много на тебя взвалил. Знаю. Авария не твоя вина. Ладно, за работу. Посвети на бак. О, черт. Что там? Трубка износилась. Клапан протекает. Это чинится? Перед запуском надо заклеить трубку. Наверняка тут что-то есть. Всем позывным, это Кинг. Кто-нибудь слышит? Прием.
Я нашла скотч. Попробуем запустить генератор. Кинг, всем позывным. Меня слышно? Прием. Храм должен был задобрить богов. Надо срочно включить эти лампы. Я ничего не вижу. Готово? Готово. Мы можем поговорить? Не знаю. Смотря о чем. На базе ты обещала, что мы скоро поговорим. А здесь сейчас мы с тобой одни. Сейчас не до того. Серьезно? Поговорим, когда свалим отсюда. Когда уже будем на базе. Держи трубку. Все. Помоги мне с панелью. Только взгляни. Сдохли. Мы уже 100 лет вместе ничего не делали. Но кажется, это было вчера. Рэйчел, мы позволили друг другу отдохнуть, и этот разрыв... Смотри, как он помог нашим карьерам. Ты теперь старший офицер ЦРУ, я... Целус может изменить всю эту войну. Да, если начнет работать. Мы же не думали, что так надолго исчезнем из жизни друг друга. Весь прошлый год я был так занят Целусом. Ничего не замечал. Больше похоже на отмазку, а не на извинение. Это правда, вот и все. Херня. Ты даже не знал, заработает ли Целус. Рэйч. Ну, говори уже. Мне тебя не хватало. Очень сильно. Тогда... Мы оба наломали дров, но сейчас все куда проще. Это в прошлом, Эрик. Предлагаю забыть об этом и думать о будущем. Иначе будем просто топтаться на месте. Да, с радостью. Должно сработать. Запускай.
Заработал. Раз эти люди сюда вошли, мы найдем выход. Осмотрим все. Давай перелезем. Не с ним. Лучше в обход. Сюда. В центре в курсе нашего положения. Надеюсь, пилоты донесли. Если кто-то из них выжил. Такое чувство, что даже иракцы не знали про это место. «24 сентября 1945 года. Когда леди Брэдшоу зовет, ты являешься. Мы с Мэри собирались в свадебное путешествие, но приглашение отобедать с одним из самых известных антикваров Британии было слишком заманчивым. На Брэдшоу была брошь, которая привлекла внимание Мэри. Шумерская реликвия, найденная на раскопках в Хашимитском королевстве Ирак. После обеда она показала нам еще одну находку оттуда же – золотую табличку с клинописью. По ее словам, это последний фрагмент карты гробницы Александра Македонского, поиском которой она посвятила всю жизнь. Если она права, гробница находится где-то на границе между Сирией и Ираком. Леди Брэдшоу хочет, чтобы мы возглавили экспедицию. Я только сейчас осознал, что наш медовый месяц пройдет на раскопках в горах Загрос. Мне вдруг стало немного неуютно. Что с ними случилось?
Такую громадину должны были найти давным-давно. Черт, целая гора фейерверков. Боялись, что их обойдут с фланга. Как думаешь, куда он ведет? Зачем им это? Эрик, оглядись. Что-то не так. Интересно, как там остальные? В порядке. Они не промах. Не пропадут. Может, стоило попробовать вылезти из этой пещеры? Раз эти люди сюда попали, должен быть другой выход. Тут есть эхолокация. Это что-то про летучих мышей? Местные боялись этих гор. Я понимаю их. Эрик, посмотри-ка. Он работает? Давай это выясним. Пленка спуталась. Думаю, это поправимо. Ты все-таки еще носишь кольцо. А твоего я не вижу. Рядом с сердцем. Только изменилось.
Я помню, что оно для меня значит. Я хочу вернуть тебя. Хватит, Эрик. У меня другой. Я знал. Камни этого храма пропитаны кровью. Мы ступили на неизведанные земли и пробудили нечто древнее и злое. Скверну, что принимает неописуемые очертания и формы. Веками мы жили в этом мире как дети, не зная об ужасах, дремлющих у нас под ногами. И теперь слепо распахнули врата, ведущие к безумию. Я страшусь угодить к ним в лапы, но мною движет долг. Это место должно быть запечатано ради всего человечества. Мэри, прости меня. За херня? Не знаю. Такого, блядь, мы точно не ожидали. Всем позывным! Это Кинг! Контакт! Контакт! По нам стреляют! Кто-нибудь слышит? Прием! Там Рэйчел! Кинг, это главный ястреб 2-1. Повтори, прием! Кинг, это главный ястреб 2-1! Как слышно? Блядь! Отпустите! Оставьте меня! Потащим его! Не спасем Рэйчел! Оставьте меня! Ну! Я их убью! Блять, Мёрвин! Это не иракцы! Да похуй кто! Они мои! Живо! Я не брошу товарища. Ни за что. Тогда сдохнем оба. Тут все всегда через жопу. Ты же не всерьез? Она древняя. Нет выбора. Видишь его? Да, он идет. Ну. Дергаться!
Хватайся за что-нибудь! Но за что? Я не вижу! Ну же! Черт! Черт, Рэйчел, не дергайся! Прости, Рэйчел! Прости! В каком кошмаре оказались эти заблудшие души? Бедная Рэйчел, она сгинула во мраке. Узы, которые казались нерушимыми, ныне разрезаны. Сердце всегда сдается первым. Да, случайные жертвы сопутствуют любому расставанию. А что же Джейсон и Ник? Братья по оружию, но действительно ли они так близки? Или все-таки человек человеку волк? Но посмотрим на Салима. Рассудительный человек. Быть может, солдат по неволе? Быть может. Незавидная судьба ждет наших выживших в плену у бездны, в ловушке под землей. Один за другим их огни будут гаснуть, если вы не найдете способ спасти их. Как правило, я стараюсь не вмешиваться в дела других, но иногда от этого сложно удержаться. Могу предложить вам совет, если вы пообещаете, что это останется между нами. Ну ладно. Теперь вам некого будет винить, кроме себя, если что-то вдруг пойдет не так. Это все. Пока что. Рэйчел! Я виноват. Прости меня за все. Боже мой, Рэйч! Зря тащите. Я бы их всех убил. Я не сомневаюсь. Но пока ты с нами. Эй, полковник. Что с Рэйчел? Нас атаковал противник. Он открыл огонь и Рэйч. Она упала. Я держал изо всех сил, клянусь. Но она тянула меня вниз.
Я обрезал веревку. Рэйчел! Они нас найдут. Скоро. Надо идти. Сэр, мы как на ладони! Надо отступать! Ну! Туда! Идем! Охренеть! Тише. Вдруг он рядом. Полковник, иракцы сейчас меньше из наших проблем. Их не видно. Главный ястреб 2-1. Всем позывным. Как слышно? Прием. Джоуи, ответь, прием. Джоуи мертв. Ты что, блядь, несешь? Иракцы его подстрелили. Он умер у меня на руках. Только не Джоуи. Как мы будем выбираться? Нужно здесь окопаться. Поставить защитный периметр, чтобы хоть немного перевести дух. Лейтенант, в каком смысле иракцы меньше из наших проблем? Вы верите в Бога? Не на йоту. Так начните. На нас набросились. Не знаю кто. Вы мне все равно не поверите. Я сам себе не верю. Монстры. Монстры? Да ну, вам должно быть стыдно. Сэр, при всем уважении... Лейтенант, где-то здесь враждебный иракец, может, не один. Чтобы вам... не привиделось, это чушь. Эти статуи. Ник, хорош видами любоваться, шевелись давай. Но что это? Точно не хранилище. Миссия накрылась. Это поправимо. Спутник. Я изучу данные и исправлю алгоритм. Первый блин всегда комом. Нахуй, спутник! Погибли люди. Клариса, твоя жена, мертва, Эрик! Ты повел нас на смерть. Эй, пока что я командир. Не забывайте свой ранг, лейтенант. Я вытащу нас. Идем дальше. Вы с Мервином. Мы на разведку. Так это и есть хранилище химоружия Саддама. Спасайся, кто может, нам пиздец. Говно собачье. Это его система инфракрасных спутников. Эрика ждут очень неприятные вопросы. Да, хреново ему придется. Там генератор. Давай посмотрим. Мне нужна помощь. Сейчас. Кому-то сильно не понравилась эта штука. Саботаж? Ну да. Прикрой меня. А, черт! Не валяй дурака, скорее! Похоже, что я херня страдаю. Молодцом, Ник. Не зевай. Рэгбист, это главный ястреб 2-1. Мы идем дальше. Прием.
Осторожней там. Конец связи. Кабели. Куда они ведут? Сюда. Бля. Осторожно. Здесь растяжка. Чисто. Вроде все просто. Че, подорвем? Не, просто режем триггер. Это тот, кто стрелял в Эрика. Урод на нас охотится. Рэгбист, это главный ястреб 2-1. Как слышно, прием? Рэгбист на связи. Как у вас дела, Колчик? Ваш друг оставил нам бомбу. Мы в норме, но вы тоже смотрите под ноги. Может, тут есть еще подарки? Прием. Понял. Я иду, конец связи. Он идет. Зря ты ему про мину сказал. Октября 1946 года. Кроу первым проник в гробницу, разделив эту честь с Бесси своим чертовым пулеметом. Страшное оружие, но, похоже, его вид успокаивает филахов, которые занимаются раскопками. Покой этого места не нарушался веками. Это не гробница Александра Македонского, а храм еще более древнего царя-бога, аккадского деспота Нарам-Сина. Мы ошиблись. Но леди Брэдшоу все равно объявила это открытием века. Находкой, которая впишет наши имена в историю. Глядя на величественный зал перед нами, я в этом не сомневаюсь. Что думаешь? Ученые? Да, думаю, они. Но вот это явно...
Может, он нас там поджидает? Тихо. Это Джоуи? Он жив? Невозможно. Ты сам слышишь? Херня! Это точно он! Это место играет с нами. Говорю же, я видел, как он умер. Прости, братан, но ты сам не свой. Мало ли что.